11-24 год. Вот, пожалуйста, вот один садок. Вот один садок на берегу, да? Вот второй садок на берегу. Вот он. А вот здесь садок большой стоит. Сейчас я покажу. Тоже, вот, пожалуйста. Но в нем сетки нет. Он пустой. Видите? Мы его только притащили сюда, поставили. В нем сетки даже нет. Он пустой. Сетка на берегу. Это я к тому, что чтобы не было таких заявок, как говорит Юра Московский. То, что с садка там взяли или откуда. Посмотрите, красота. Все красиво. А человек, который поймал рыбку, да, он поймал еще. Я сейчас подойду, попозже подойду, покажу, что поймал, на какие снасти, китайские ли они. Ну, если у Юры Московского денег много, у него снасти японские, то вопросов нет в этом. А у этого человека, пенсионера, пускай будет китайский, но он ловит. Вот сеть от того садка, вот, мы немножко подсушиваем пока. Вот она, видите. Вот, это она будет стоять в том садке. Так что никаких садков в наличии нет. Вернее, они в наличии у нас есть, но они в воде пока не присутствуют. И никакой рыбы у них не сидит. Так что судить вам, уважаемые зрители, кто из нас прав.